Hello my dearest friends and welcome back to our channel. It is finally the last part of my big vlog about our trip to Kalach-na-Dono and our favorite run of the year in provincial Russia. If you haven't seen my previous videos yet, go and watch them, you'll have much fun, I promise. As you remember, the runners started their trip from the center of Kalach-na-Dono to a small town Pitimorsk, and I took Nina and joined my friend Nadia and her family, and we all went to the place of the finish by car. We wanted to meet our children and other participants of the run there. It is the Volgodon channel. Ниночка, будь осторожней, пожалуйста. Мы хотим воду снять, Ниночка. Тут там очень далеко надо идти, Нинок. Вы сами в воду упадете. Нет, ребенка. Нет, ребенка. This is the monument. And somewhere here are the finishes. Oh, I want to show you this amazing ship entering. I don't know how this thing is called. Entering some part of the channel. Nina is throwing the snow into the water. Осторожно! Silent here yet. Oh, it's such a pity that our coach is not running with the children, and I really hope that they are not going to get lost. I hope that they remember this road from the last year. That everything is going to be okay. 23 ноября 42 года в районе Калач советские войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили оперативное окружение противника, что привело к последующему разгрому 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск, попавших к Волге. The legendary place, and no matter that now there is such a horrible pandemic in the whole world, we still need to remember, and of course we understand that the organization of this run, it's not good, and that there are not going to be any good results, and that everything is, you know, so not the way it should be. But still, it's our memory, it's important for us. Oh, I can see that there are the new medals. Oh, I should go here. I feel that my feet are already wet because I stepped somewhere into the snow, and now my feet are wet. But it's okay. Everything is okay. It's strange that last year it was much colder, but now I feel that it's extremely cold. Of course, I understand that it's because I was running last year, and I'm not running now. Какая красота! Ну, давай, я тебе сейчас нормально фотку. Я медаль. Какие в этом году большие медали, красивые. Прям такие, ух. Ты будешь их надевать на финишеров? Да. Классно.
Это первый финишер. Котя передумала. Котя передумала. Это первый финишер, мистер Котя. Победите соревнования. Стойте, не надо, стой, стой, вас фоткают. Котя! Котя, Котя такой, нет! Котя, мы тебе как... Нин, давай я тебе дам колбаску, и ты ему дашь колбаску, его привлечешь. Иди сюда. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис. О, молодцы! О, ну понятно, да. Давай, ты чуть-чуть в сторонке. Ну и чего? Быстрее! Давай, иди, иди, не надо, надевай, иди, медаль кому-нибудь надевай. Ты время брал, Надя, давай еще одному. Васька, скажи мне время на часах. Я засек километра. Так, стойте, ребят, брал десятку. 27 номер. Брали? Десятку, Леш, не брал? Нет, Олесь. Мы здесь сюда ходим, лежали. Маша! Остановились, подождали. У тебя часы? А мне вообще никто не сказал, что надо ты спать. Смотри, ровно. Вот старт с светофора. Я всегда самый первый. Где все уже побежали в полную. 3-4-26. Ноги решают. Быстрее, давай, а то полу не получится. А вообще непонятно, дети во финишке воспринимают. О, еще бежит. Еще один бежит. Дальше, да, я тут задумал, где-то еще километр, наверное, думаю, надо гоняться. Я первым взяла. Давай, красавчик, молодец, Слава! Догоняй, не ног бегуна. Надевай медальку, давай, иди, иди. Надевай медаль. Вот, вот, вот. Славик, у тебя время на часах есть твое? Да. Нинок, стой! 40-40. Давай, давай, давай! Красавчик! И деньги на проект экономят. Славик, мелочи. Спасибо, молодец. Вова, время на часах есть? Придумаем какое-нибудь. Придумайте, любое. Скорей, скорей, скорей. Ну, 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 это финиш. Давай, 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 давай. Молодец! Иди, Нинок, догоняй спортсмена. Саня, давай! Давай, Санек, давай, молодец! Давай. Вот ты вообще молодец! Просто красавчик! Молодец, Санька! Санька, вот ты огонь, ты за Гришей, что ли, бежал? Да. Крутой вообще! Гриша бежал. О, ну еще бы Гриша оторвался. Ну ты крутой, Саня, ты у нас вообще молодец. Вообще, Санек, вот ты крутой, извиняюсь. Извините. Ноги мокрые, все мокрое. Саш, в автобус вон там автобус. Иди возьми теплую куртку в автобусе, только не мимо бегунов, чтобы никому не мешать, хорошо? Ну, скорее финиш! Алиса, Слава! Не бей больше меня! Финиш, молодец! За красивыми пупками финишируешь, да, быстрее?
Покажи конфетку, Нин. А что, на слово? One of the finishers, the first girl finisher, gave them such candies. Bananas or lemons, what is this? Давай, Санёк, сейчас бежи. Санёк, беги! Санчо, беги! Вон, Саньку дайте. Сашунь, иди, возлагать цветы вон будет. И Гриши вон как раз, пусть идут вдвоем. Идите к памятнику возлагать цветы. Так, бодрые ребята, пободрее. Давай, я возьму. У нас финиш сейчас будет раковый. О! Давайте вот Таню поприветствуем. Покричите. У нас сейчас Таня раковый бежит. Кричите, ура! Танюха! Давайте, цветы! Все? Да. Мы только обняли, Саша. Так, обнялись? Да. О, все, молодцы. Как у тебя? Она больше попросит. Я не могу. Фишки лучше мне помоги собрать. Ну что, ничего делать, я не пойму, а? Беги в автобус, Саня. Мама, в автобус! Бегите в автобус, замерзлики, бегите. Finally, the finish. It's all for today, and we have taken a photo. We've made so many selfies, videos, and so on. And now we are going to return back to that hotel and to have some other interesting activities. So I hope that you are going to stay with us.
Then we returned to the Hotel de Camp Dawn, where all the participants of this event were going to have a warm dinner. The winners were awarded by special prizes and could drink the hot tea during the ceremony there. It was a big surprise to us that this dinner was a special present from our friends from Köln, Germany. This city is a sister city of Volgograd, by the way, and the runners of Köln are good friends of the runners of Volgograd. We had a long good conversation with them. We told them about all our adventures, and frankly speaking, we were really grateful to these amazing kind people. Спасибо. Мы должны работать на вот этой связи, и мы сейчас бежим 10 километров за дружбу и за веру. Ну здорово, здорово. Мы с вами. Да, спасибо большое. Хорошей вам пробежки. Всем большой привет. Уткам тоже да. Привет. Да, спасибо. Но самое главное, без вас мы всегда будем последние. Вы всегда должны к нам приезжать и быть с нами, чтобы нас тянуть, так сказать. Да? Ну, мы всегда рядом. До следующих встреч. Да, да, спасибо. А пока, пока. Всем привет. Of course, Sunny was disappointed because he couldn't get any medal this year, as there were only two categories for men and women: participants under 39 years and participants older than 40 years. It was unreal for him to struggle with the best adult male runners of Volgograd. But there were two special prizes, one for the oldest participant and another for the youngest one. And of course, Sunny got the second one because he is only 10 years old. Prize is fantastic, just look at wonderful day. Oh, I love this run very much. And we're grateful to you for being with us today. I hope that you liked it. Thank you very much for watching the video. Oh, I was interrupted by a very nice thing. I was awarded as a parent supporting the light athletics. And we're returning back home. See you in another vlog. Bye bye.